Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Freed Hybrid 2012 год. Гибридный двигатель объемом 1,5 литра, 88 лошадиных сил, АКПП, передний привод. Литые диски на хорошей летней резине, пробег 129 тысяч километров. Имеются повторители в зеркалах, спойлер. По салону у нас ухоженный темный салон, не прокуренный. Три ряда сидений, капитанские кресла, также есть монитор, климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, мультируль, круиз-контроль, режим эко, две электродвери, антиюз, электрорегулировка зеркал, подогрев зоны дворников,